Здарова всем подписанчикам, с вами Рязан, и я продолжаю играть в Plants vs. Zombies Garden Warfare. Мы знакомимся с остальными персонажами игры, и сегодня у нас... мы посмотрим на генерала Супрема, вот так вот он выглядит. Посмотрим, чем он стреляет вообще. Что это за зомби такой? Ну, перки-то одинаково, а вот... Ух ты, нифига себе. Нифига себе, у него пушка, и она при этом еще и бесконечная. Умеем летать. Офигеть, вот это оружие. Вот это нереально смертоносный пулемет. Так, испугал меня инженер. Карта, кстати, называется Чомп Сити. Город, посвященный чомпам, или город чомпов. Но карта крутая. Чеснок мы собьем. Блин, нереально читерский класс. Посмотрите, вообще легко играть. Так, там я вижу огненный кактус. Вот эти ребятки опасные. Не знаю, докину ли я ему туда. Опа! Лови гранатку дымовую. Отлично, долетело. А, нет, даже перелетело. Ну, мы его отсюда прогнали. Его даже убили, скорее всего. Попробую сюда залететь. Воу! Сзади, сзади! У меня КД, вторая способность. Это придется пешкарем идти наверх. Так. Ух ты, воскрес! Мне кажется, сейчас туда обстрел попкорном нереальный. Разлетались тут чесночки. Умру, блин. Все, воскрес. Кидай хилку. Медик. Спенки. Спасибо, что стреляют. А, вон оно. Так, мы пойдем в ближний бой. И растения, блин, нас делают. Сейчас мы к ним залетим и устроим там. Сюрприз, мазафака! Разноцветный весь. Прям как гирлянда у него. Это такая своеобразная мексиканская елка. Чем жрет нашего? Умер. 23-4. В принципе, еще есть шанс, если попотеть. Электрический чем? На. О, попал! Через дым. Попробуем воскресить нашего товарища. Осталось всего 10 очков растений, чтобы они победили. Опять эта гирлянда меня убила. Да он читер. Да нет, конечно, это у него такой класс. Но вот огненные они реально достают много неудобств, проблем.
еще. Ой, боже, их там очень много. Сейчас попробуем зарядить и попасть. Так. Блин, ракета мимо прошла. А вот этот долетит. А, почти. Еще и че? Взлетай, Рязан! Да, он меня не съел. Но мы проиграли. Ну ладно. Бывает иногда и поражение. Теперь же я сейчас сыграю за растений. Сыграю, пожалуй, за чем подо мной им не играл. О, и на первом месте, кстати. Обновим мут, чтобы не слышать всякие шипения микрофонные. И, кстати, все вот эти вот паки я уже открывал. Самый лучший это вот этот и вот этот, на мой взгляд. За 30 тысяч... Кстати, вот за 20 тысяч я два раза открывал, и за 30. В нем выпадали лучшие предметы, чем вот в этом. Не знаю почему, конечно, шанс разный. Вот видите, суперарочка может выпасть. И здесь тоже, в принципе... Ну, вообще, в принципе, одинаково почти. Ну, 10 тысяч кредитов уже много значит. Может, допустим, взять за 20 тысяч вот этот вот пак, который здесь был, и еще один за 10, и выпадет гораздо лучший шмот, чем мы за 30 откроем. И карта Garden Center. Одна из самых первых карт, которая была вообще в Plants vs. Zombies. Ее еще показывали в обзорах, когда игра еще не вышла даже. Так, что у меня тут новенького есть? Ну, как я говорил, сыграю за чомпера. Пооткрываем. Разные классы. Супер чомпер. Чомпер Speed Boost. У меня апгрейд на нем стоит. Побыстрее он, наверное, бегает. О, фига, я жру все просто на своем пути. Я сожру даже своего. Иди сюда. Подкопаемся к ним. Привет. Ням, какая вкусняшечка. И я умер. Меня убил с какого-то арбалета, который горохом стрелял. Меня могли поднять. Ну ладно. Я появлюсь заново и обойду их. Не уйдешь. Казалось же, не уйдешь. Давай, лечи меня. Медик! Хорош. Обожаю вот эти цветочки, блин, они такие няшные. Все, он ничего не сможет сделать. Отлично. Побольше, кстати, накидаем вот этих вот ловушек. Так, о, радуга меня лечишь. Красава. Еее. Растения тупые. Ну, полюбас это зомби нарисовал. А, и здесь. Я загрызу, загрызу, загрызу. Ставим ловушку, и нам надо как-то отсюда бежать сейчас. О, попался.
Мы просто съели. Успел. Успел. Блин, как же классно чемпом играть-то. А, ребята, я умираю. У меня даже губы посинели. Не, у него губы всегда синие. Какой же он крутой. Все сожру. Шериф! Шериф с нами. Так что все нормально. 28.30 по очкам. И, кстати, они вот здесь появляются часто. Может попасться в ловушку. Привет! Вкусняшка. Переварился! Только косточки выплюнулись. О, хочешь меня полечить? Спасибо. Там ядовитый дым. Опасно туда лезть. Ну а если под землей пройти? Ух ты, блин, да ладно, как так? А, генерал, которым я играл, убил. Наверное, навряд ли меня кто-то поднимет, поэтому мы появимся. А, 40-41. Ням-ням-ням. Пропал почему-то звук в игре на несколько секунд. И смотрим, что там по очкам. 46-46, блин. Давайте, ребятки, потейте. Не расслабляйтесь. И... так. Даже интересно, когда я... да, когда под землей дым не наносит дамага. Будем знать. Я 48. Отлично. Мало почему-то дают кредитов. Очень мало. Ну что ж, сегодня я сыграл довольно-таки много. Записал сразу несколько выпусков подряд. Решил делать таких, ну, не очень длинными. 15-20 минут, не больше. Это обычно 2-3 карты. Получается, пока что есть что снимать по этой игре. И я рад, что вам нравится. Так, тут у меня все закрыто. В принципе, чемпер там должен будет скоро открыться. Вообще, это смотрится в стикербуке. Так. Постепенно заполняется. Апгрейды у меня, видите, уже есть. То есть, да, круто все сделано. Единственное, что русского не хватает. Где же русский язык? Так, и по кастомизации. All Star. Rugby Star, Rugby Star. Что у меня тут вообще есть? Спеллы. Внешний вид. Можно лысым сделать вообще. Же лысо, он смотрится тупо. Во, вот так, круче. Хотя палевно издалека будет. Так. Мечами мне просто выбили глаза. И я заменил этими же мечами свои глаза. Теперь я не знаю, как я буду видеть в игре, но это круто. О, кстати, я заметил, что здесь луна, рожа зомби. Охренеть. Так. Что тут еще прикольного есть? Давайте кастомизируем Generals.
Супремо. Он такой прикольный, бороди. А вот такая шляпа. Не, ну это точно не генерал. Вот, вот теперь да, генерал. 5 звездочек. Бородища, да. Это прайс прям. Будем называть его прайсом. Вот, вот это мне очень нравится. Онкологист. Так. Да, вот эта вот рыбка делает маляков. И мы ими, походу... Подождите, нет, как-то здесь все продумано. Дельфин сам выплевывает рыбу-то. Он просто сожрал. А вот это вот зачем на спине? Даже не знаю. Током, наверное, бить. Это угорь или нет? Ну, в общем, фиг пойми. Ну, прикольно. Вот это вот, вот это пока что моя самая любимая пуха в игре. Ну и растение, что там у меня. Mystic Flower, вот это вот. Вот этот класс я обожаю. Он такой няшный, такой крутой просто. Посмотрите на него. О, так еще круче. Так. Ой. Сходил в салон красоты и просто весь светится. Ну вот это круче, да. Офигеть, вот так вообще здорово. Да. Чемпер давайте сделаем тоже. Давно этим не занимался. Так, повар. Клубничка, типа. Это когда мы ползем, типа, чтобы не видно было. А, ну и это такие есть плотоядные растения, там, в Бразилии или где-то еще, которые там у них приманка есть, они приманивают и жрут там. Могут насекомых, могут каких-то животных, а иногда даже могут и людей цапнуть. Ну, вот этот вот поваришка, конечно, покруче будет. Ой. Ой, что-то я зазевался прямо здесь. Язык. А, такой неоновый. Стандартный. Давайте вот это выберем. Так. Ух ты. Ух ты, ух ты. Прям какая-то китайская тема. О, прикольно, как крылышки получаются. И тату. Тату-ау, татау. Как в Far Cry говорилось. Татау, по-моему. А, ну и кактус. Электрический. Так, с рожкой. Охренеть. Вот это вот вообще безумие полное. Так, такие вот очки. Электрические. И совушки. Во, вот это вот вообще самое. Ай. Ай, вот это да. Кастомизация нереально эпичная. И нереально веселая. Охренеть. Follow me. Так. Да, ну ладно, в общем, немножко посидел я в меню, тут полазил. Спасибо, что смотрели, ставьте лайки, подписывайтесь на канал Агроманни, на мою страничку ВКонтакте, vk.com/rizanmix. Всем удачки и увидимся в следующих выпусках.